Всем привет! Сегодня я выиграла 11-й свой чемпионат, чему я очень рада. Это, наверное, единственная положительная сторона в сегодняшнем прыжках. Рада, что сегодня показала действительно хорошие прыжки. И 192, и, в принципе, на 196 получалось, в принципе. Очень хочу передать спасибо моему тренеру, всем родным, кто болел за меня. И отдельное, наверное, спасибо и... Не знаю, судьям, которые у нас имеют двойные стандарты и предвзятые отношения, я надеюсь, что это не останется незамеченным, и руководство Белорусской Федерации Легкой Атлетики, национальной команды обратят на это внимание, и в последующем на высотах рекордных, надеюсь, это будет учтено, и все-таки внимание будет приковано больше к тем видам, которые идут сейчас рекордные. Спасибо.